Профессиональный праздник вчера отмечали те, чье призвание служить закону. Без сомнения, прокуратура – одна из самых важных структур для защиты гражданских интересов, соблюдения правопорядка и надзора. Вчера, 12 января, в зале администрации района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры Российской Федерации и 300-летию с момента образования прокуратуры России. Благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм из рук главы района Заура Хамирзова получили работники прокуратуры Кашгабльского района. Это прокурор района Мурат Хакуй, заместитель прокурора Николай Бабаев, старший помощник прокурора Муслим Пшихожев, помощник прокурора Рустем Турков и старший специалист первого разряда Оксана Лобановская. Хочется пожелать служителям закона здоровья и успеха в работе. Пусть ваш труд всегда будет в почете, справедливость во главе. С днем работника прокуратуры!